постановка состоялась, пришлось объединить усилия многих – правительства, администрации города и, конечно, актеров и сотрудников театра. Режиссером выступила Евгения Герасимова. Мы решили, чтобы мамы сегодня тоже вышли на эту сцену, и мы увидели их не только с проблемами о том, что какие они сталкиваются в этом мире, но обыкновенно, чтобы вы увидели женщин, обыкновенных женщин со своими историями, со своими переживаниями, со своими чувствами, со своими, как говорится, тоже отношением к этому миру. Настало время спать. И маленький зайчонок крепко ухватил большого зайца за длинные-длинные уши. Он хотел точно знать, что большой заяц его слушает. Директор «Красы Бурятии» Руфина Уюина давно занимается особенными детьми. Привлекает педагогов, логопедов, психологов и даже создала специальный центр «Аяганга». Именно ее воспитанники и вышли сегодня на сцену. Ну, это была моя мечта. Я с этими детьми занимаюсь уже 7-й год. И поэтому я знаю, на что они способны, что могут. И знаю, на что способны мамы. Главное, им нравится это делать и мамам и детям. Главный театральный вопрос – верю или не верю – здесь вообще не стоит. В искренности этих актеров не сомневаешься ни секунды. Все, что происходит на сцене – не игра. Они действительно это чувствуют. Даже если вы не плакали на премьере «Титаника», здесь вы разрыдаетесь точно. И не раз. Большой заяц положил его на постель из листьев. Сам устроился рядом, поцеловал его на ночь и прошептал ему самое ухо. Я люблю тебя до самого неба, до самой-самой неба и обратно. Возрастное ограничение спектакля 6+. Мариам Васканян, Сергей Тучков, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ.